Ставь лайк за 2 секунды, если ты любишь играть в мобильные игрушки. Считаю. Раз, два. Всем привет, ребята! Меня зовут Алексис, и у нас сегодня крутая подборка из 10 мобильных игр. Первая игра — HeroCraft Merge. Это у нас первый уровень. Я вижу то, что у нас один боец, а у противника нашего два. Поэтому давайте-ка мы купим себе лучника и еще одного лучника. И сейчас силы у нас будут немножечко неравные. Мы сильнее. Отлично. Так, 380 денежек мы заработали. Покупаем еще одного паренька, но пропал один лучник, ребятки. У нас пропал один лучник, но зато у нас есть Халк. Можно еще сделать громче. Здесь у нас получается супергерой, как вы поняли. Пока что мы рекламку смотреть не будем. Может быть, со временем я и посмотрю, но не сейчас. Так, покупаем этого паренька. Этого, и пока что вроде бы все. Можно сделать, знаете как, давайте вот так включим Wi-Fi, и если что, то посмотрим рекламу. Покупаем еще одного лучника. Отлично. Вау, Веном. Да круто. Так, давайте-ка купим Человека-паука 4 штуки. И у нас получается будет вот такая вот армия мощная. Отлично. Так, хорошо, что дальше? Еще хочу купить 2, чтобы прокачать их. Так, это Капитан Америка. В бой. Я посмотрел рекламу, немножечко заработали денежек. Так, 1, 2, 3, 4. И давайте, пускай у нас будет вот такой вот новый боец один. Это у нас получается кто? Ребятки, напишите в комментариях, если вы знаете, как его зовут. 24 тысячи у нас на счету. Покупаем тогда себе, знаете, кого? Так, покупаем лучников. И у нас сейчас будет какой-то новый лучник. И это Джокер. Вау. Круто. Ну, за секунду всех раскидали, естественно. Ну и давайте прокачаем тогда еще, наверное, пехотинца нашего, да? Это у нас будет Дэдпул. Круто. Вот такая вот была у нас первая игра. Открываем следующую, Самурай Левел. И поехали. Так. Воу. Вот, все быстро происходит, ребят. Так, и в конечном итоге нам нужно будет сразиться с боссом. Бум. О, щищ. Вы только посмотрите на этого босса рогатого. Мы сможем до него дойти? Конечно, сможем, ребят. Мы не только сможем до него дойти, мы еще сможем его отдубасить. Все, он готов. Мы зарабатываем с вами кристаллики. За эти кристаллики мы ничего не можем купить. Печально. Идем сюда, на эту сторону. Почти что 500. Я думаю, что снова мы сможем дойти до босса. Да, сможем. Сможем. Странно, что босс не меняется. Обычно, ну, раньше, до обновления, когда мы уничтожали одного босса, появлялся сразу какой-то другой. Тут у нас, кстати, по-моему, есть еще скины. Ну, по крайней мере, они были до обновления. Пэу, пэу, пэу. Получи. Рогатый. У нас есть вот такой вот герой, которого мы сейчас, ребятушки, немножко трансформируем. Выбираем лед, выбираем мускулы, и у нас получается кулер. Хорошо, get ready. Поехали. Так, дополнительная способность. Давайте вот так вот. Сильнее атака. Погнали. Вот их нам нужно уничтожить. Мы, ребятки, в ближнем бою с вами сражаться должны. Так. Конечно, желательно нам свое здоровье сохранить.
Вау! Ребятушки, кто еще не поставил лайк, пожалуйста, ставьте, подписывайтесь на мой канал, у меня каждый день выходят крутые видосы. Так, мы с вами дополнительную способность какую-то выбрали, и неужели... А, уровень пройден? Да, это было, в принципе, легко. Это не было сложно. Сейчас давайте мы создадим нового бойца, вот какой-то глаз прикольный и мозг. И у нас получается космос. Прикольно. И что делает этот парень? Давайте на этот раз выберем скорость. Пусть он будет быстрее. Оу! Ничего себе! Смотрите, что он делает. Все, готов. А этот парень, ребятки, он хорош не в ближнем бою, а в дальнем. И он сам наводит цель. Это было реально легко. Мы просто порвали их. За несколько секунд. Наверное, за 15 секунд я прошел ту миссию. Так, выбрать супергероя, да? Давай выберем этого гиганта. Это у нас какая-то бонусная миссия, да, я так понимаю? Ой. Так, гигант, это у нас тоже ближний бой. Поэтому нужно быть тоже аккуратным. Так, все, мы замочили этого паренька. Так, дальше идем по этой штуке. Ну, прикольная игра, согласитесь. Что сейчас? Так, поднимаемся. Эй! Чего, блин? Она меня скинула, представляете? Ребят, все, глюк игры. Меня сбросили. Ну да и ладно. Следующая игра. Craft Skibidi Toilet. Итак, друзья, поехали. Так, TNT, какой-то меч. Так, давайте возьмем меч. Эй! Ребят, туалеты! Забрасывают мне какашками! Так, нужно их, наверное, уничтожить. Давай, раскидаем их. Отлично. О, какая какашка громадная. Какая громадная какашка. Так, я их сейчас раскидаю. Есть. Скибиди-доп-доп-доп, yes-yes. Скибиди-ww-ww. Так, все. Изи! Ребят, мы всех раскидали с вами. Так, отлично. Едем дальше. Следующий уровень. Так, меч. Снова берем меч. 6 пацанчиков нам нужно уничтожить. Так, ну что, давайте мы тогда это сделаем. Пока они не забросали нас какашками. Получи. Что? Ребят, я не смотрел за своим здоровьем. Но здоровье-то у нас тоже заканчивается. Если я, наверное, стою на какашке, мы, наверное, тогда проигрываем. Я не смогу здесь выпрыгнуть, да? Все. Понял. То есть главное, чтобы в нас какашка не попала. А как мне вот тут пройти? Получи. Все, есть. Главное не стать на какашку. Привет. Только какашку не бросайте на меня, пожалуйста. Есть. Изи. Вы только посмотрите, я открыл практически всех животных, наверное, которые здесь есть. Это просто мега круто. Вообще, тут у нас и драконы, и слоны, и цыплята. Короче, здесь есть все. Так, грязь. Ну, логично, наверное, выбрать хрюшку. Да, потому что хрюшка любит грязь. Хорошо. Так, гепард, это у нас суперскорость. Здесь надо бойца какого-то выбрать, чтобы он их раскидал. Отлично. Подходим к следующему парню. Отлично. Так, снова суперскорость. Это плавать, ребят. Ну, акула. Акула. Так, бежим. Грязь. Отлично. Цыпленка мы еще не выбирали. Так, снова бежим. Снова акула. И давайте мы сейчас выберем цыпленка. Так. Смотрите, какой смешной. Так, холд. Холд, и побежали. Мы, наверное, с вами добежим до сундука, я думаю. Да. Когда мы добегаем до сундука, мы зарабатываем дополнительные деньги. Уже, наверное, новых монстров мы здесь не открываем, потому что я открыл уже всех, абсолютно всех монстров, которых только можно открыть. Можно только вот прокачать, допустим, там вот тебя немножечко. Цыпленок у нас вот первого уровня. Акулу. Так, и все, в принципе, поехали. Так. Тут, по-моему, дракона. По-моему, что здесь дракона нужно выбрать. Да, отлично. Только он быстрее сжег. Все, побежали. Бежим. Акула.
Так, тут, наверное, осла нужно выбрать. Угу. Снова бежим. Так, верблюд, ребята. Дальше, скорее всего, что бег нам нужен. И акула. Отлично. Так, и все, гепард. Так, удерживаем, удерживаем и побежали. Сейчас, наверное, снова мы с вами добежим до самого конца. Ребятки, пожалуйста, если вы еще не подписались на мой канал, ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления, когда у меня выходят новые видосики. Так, что мы прокачаем? Давайте черепаху прокачаем и побежали. Здесь нам нужно, наверное, лошадь, ребятки. Да, логично. Лошадь. Так, гепард. Снова лошадь. Отлично. Тут еще осьминог у нас есть. Так. Монстр, дракон. Так, превращаемся обратно в гепарда. И давайте превратимся в песика под конец. Смотрите на голову эту, на эту смешную голову. Так, ну до сундука мы не добежим на этот раз. Ну, уровень просто какой-то короткий был. Давайте пройдем еще один уровень. Прокачаем давай паука. Ой, точнее не паука, а муравья. Так, верблюд. Погнали. Смотрите, здесь змея новая, слон. Так, гепард. Ну, гепард это он мега быстрый. Так, верблюд снова. Здесь мы еще используем, наверное... Так, я даже не знаю. Ну, акулу используем обязательно. Стоп. Да. Так, гепарда. И под конец я хочу змею. О, ничего себе. Посмотрите, какая прикольная змея. Жалко, что за нее мы не проходили по ее биоме. Так, ну окей, ребятки, следующая игра Mellow of Garden of Ban-Ban. Это гонка. И очень прикольная гонка. Так, 3, 2, 1, go! Поехали. Так, способность. Здесь еще есть способности, которые нам нужно выбирать. Так, получи. Мы там раскидали противников. Коробочки нужно подбирать. Получай ракетой. Отлично, мы его остановили. Так, и мы, получается, были первые, вот уже вторые снова. Держи банан. Так, держи еще банан. Ой-ой-ой-ой-ой, мы врезались случайно, мы случайно врезались. Так, коробка. Ой, я тоже налетел на банан, ребят. Но это не мой банан, это какой-то противник его оставил. Турбо. Ракета. Ой-ой-ой. Так. Мы, в принципе, с вами, друзья, на втором месте. Мы проехали на 2 секунды позже, чем наш противник. Всего-то навсего на 2 секунды. Окей. Так, next level. Оу, ничего себе, мы сейчас поиграем за другого гонщика. Круто. За него я еще не играл. Вот тут у него какие-то дополнительные навыки есть, смотрите. Да? Смотрите, что мы можем сделать. Вот эти, мы можем использовать эти вот штуки. Так, давайте турбо сразу используем. Так, берем эту штуку. Ну, он прям очень крут, ребят. Я вижу то, что он реально очень крут. Так, превратились в робота. Класс. Долго мы будем роботом? Нет, не очень долго. О, еще раз робот, прикольно выпал. А если мы выберем какой-то навык? А, это щит у нас, бронь. Так, можно выбрать ракеты. О, ничего себе. Они разбили все на нашем пути, ребят. Представляете? Ну, естественно, что мы с вами первые, потому что, ну, посмотрите, ребят, мы очень круто от всех оторвались. Прям очень. Так, получите ракеты. Кто там впереди меня? Все, готово, мы первые, ребятки. Вот на этот раз мы выиграли. Отличная игра. Открываем следующую, это Digit Shooter. И погнали. Это у нас, друзья, первый уровень. Новая игра. Смотрите, Fire Rate это скорость выстрела. Range это дальность этого выстрела. То есть Fire Rate, мне кажется, это лучше. Что нужно брать? Вот смотрите. Вот. И сейчас берем немножечко дальность, мы уже стреляем дальше.
Так, ну неплохо. Для первого уровня даже очень неплохо. И давайте-ка, может, соберем как можно больше денежек, чтобы прокачать кое-что, какие-то способности свои. Так, сейчас пробиваем чисто центр. И мы доходим до X5. У нас 50 монет, 50 денег. А вот еще нам, конечно, сейчас 500 подкинут. Да, и мы, может быть, даже что-то сейчас купим. Так, что мы купим? Игра предлагает посмотреть ролик, чтобы прокачаться. Но спасибо, я и так прокачаюсь. Так, у нас есть еще спиннер, но только за рекламу. Угу, понял. Так, Fire Rate 40. Отлично, выбираем. Ох, вот это мы мочим. Смотрите. Сейчас будет совсем другой результат. Совсем другой результат сейчас будет. Так, есть. 200. Отлично. Так, 255. Your best source, там было написано, да, то есть мой лучший результат. И сейчас мы, ребяточки, смотрите, что мы сейчас откроем. Мы себе откроем меч какой-то. Короче, что-то мы там себе открыли, меч. Прикольно, прикольно. Хотя нет, я что-то думал, что единичка это наш питомец. Но не тут-то было. Так, ключ. Давайте-ка этого заберем себе. Отлично. Лучше Fire Rate мы увеличим. Отлично. Вот еще. На 23. Range. Дальность полета. Дальность выстрела, точнее говорю. Дальность полета. И у нас сейчас будет снова, мне кажется, ребятки, рекорд. Давайте пробивать две полосы пока что. А сейчас пробиваем чисто одну полосу. И мы доходим, в принципе, до того же самого результата, что и перед этим. Так, ну что можем купить? Fire Rate. Давайте мы прокачаем, чтобы мы быстрее стреляли с вами. И я хочу пройти еще один уровень здесь. Так, это какая-то бонусная игра. Бонусный уровень, я не хочу его играть. Бонусный уровень. О, мы уже двойками стреляем. Класс. Круто. Это уже, ребята, круто. Это уже очень круто. Так, дальность выстрела. Отлично. Отлично. Смотрите, если мы сейчас уже будем пробивать там центр какой-то, ну, либо не центр, то мы можем реально дойти очень далеко. Вот смотрите, давайте-ка посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Ну, однозначно мы здесь выбьем с вами рекорд. Давайте заберем эту штуку. Так, все. Не смогли сломать. Вот, блин, печально, печально. Окей, зомби-цунами. И это у нас какая-то бонусная миссия. Мы можем выбрать вот дополнительные навыки, ребятки, потому что у нас здесь очень много денег. Вот, это прикольная какая-то миссия, мне нравится. Смотрите, что делают наши, получается, питомцы. Они помогают нам здесь. Ребята, играть мы будем одну жизнь. Мы потеряли очень много наших. Так, лаки блок. Мы превращаемся с вами. Вау, посмотрите, в какого монстра мы превратились. Да нам вообще все равно на всех, если честно. Мы хаваем все на своем пути. Perfect. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так. Ребят, давайте-ка восстановимся. Что-то очень быстро проиграли. Получается, будем играть две жизни. О, финиш! Отлично. Ну, это был, получается, это был такой как бы дополнительный уровень. Так, я вернусь домой. Я хочу сыграть просто обычный уровень. Тоже выбираем эти вот навыки. Все. Так, и поехали. Тут у нас как бы и возрождение присутствует. И все остальное. Perfect. И изначально мы стартовали, получается, с 4 зомби, а вообще, как бы, стартуют с 1 зомби. Мы стартовали с 4. Так, аккуратно. 1 зомби потеряли. Прыжок. 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 Опа. Воу, я уже думал, что я упаду в пропасть.
Скоро где-то Lucky Block должен, наверное, появиться. Так, потеряли нашего ведущего зомби. Оу, 10. Осталось 10 зомби. О, я же говорил, что скоро будет Lucky Block. И мы превратились в каких-то игроков. Ну, мы тоже сейчас никого не боимся. Мы можем разбивать эти вот мины. Ломаем... О, кристаллик, круто. Это очень редко попадают такие вещи. Так. Бум. Перфект. Как долго я еще буду в этих вот костюмах? Так, все. Вот сейчас мы уже, ребятки, с вами... Оу, два зомби осталось. Один зомби остался, ребятки. Один последний зомби. Бум. Это у нас Super Tricky Amazing Run. Let's go. Игра выбирает уровень, в котором мы с вами будем сейчас играть. За вот таких вот миленьких, я не знаю, кто это такие. Так, игра, в принципе, нашла нам уровень. Мы соглашаемся с этим уровнем, то есть мы одобряем его. И сейчас будем мы соревноваться с людьми. Так, это онлайн-игра. Так, ну и что? 3, 2, 1. Go! Давай, погнали. Почему мы последние? Так, много улетело уже, ребят. Много ребят улетело. Так, хорош. Легкий уровень, ребят. Если честно, очень легкий. Все? Так, мы вторые. Круто. Так, и что? Сейчас часть улетит? Да, осталось 16 игроков. Окей, следующий режим, в котором мы сейчас поиграем. И это у нас... Шарики, да? А, нет. Это типа пол, это лава, да? Нельзя стоять на одном месте. Подходит. Нет, режим подходит, здесь очень много уровней. Вот я люблю, вот мне нравятся вот такие вот игры. Так, ну что ж. Здесь нужно, в принципе, бегать, прыгать обязательно. Обязательно прыгать. Так, побежали. Побежали. Постоянно нужно прыгать. Так, прыгаем. Опа! Так, мы приземлились. О, чего? Ребят, мы пролетели сразу несколько платформ. А, все, мы выиграли. Отлично, снова выигрыш. Просто нужно было, чтобы осталось 8 игроков. Потом останется 4 игрока, потом 2, потом мы. Я хочу доиграть до конца. Футбол? А, нет, не футбол. О, это что-то серьезное. Да, одобряем, ребят, этот уровень. Что нам нужно будет сделать здесь? Так, 3, 2, 1. И, наверное, бежим, да? Стоп, что мы делаем? Ой-о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 й
что здесь нужно делать. Все. Мы смотрим просто в эту сторону. Все. А, один только парень вылетел. Все, мы выиграли. Ребят, мы выиграли. Да, отлично, мы заработали, в принципе, с вами какие-то дополнительные навыки. Окей, следующая игра. Tom Time Rush. Ну что ж, ребятки, погнали. Будем играть с вами одну жизнь. Мы обычно здесь одну жизнь не играем. Это у нас эпоха динозавров. Да, можно так сказать. Так, давайте мы сделаем вот так, чтобы вам было лучше видно нашего Томика. Голову только его. Ну это прикольная игра, ребят. Самый популярный в мире раннер, один из самых популярных, это мой говорящий Том «Бег за золотом». Это самый первый раннер, который вышел про говорящего Тома, а потом уже очень, очень много начало выходить подобных игр. Ну так вот, это, в принципе, одна из самых новых раннеров. Так, яйца перепрыгиваем. В них врезаться не нужно, в эти яйца. Это какие-то птички, ребятки, яйца просто несут. И нам с вами нужно от них аккуратненько уворачиваться. Ним это сделали, в принципе, без проблем. Так, подкат. О, это что за монстр такой? Что это за монстры? Ой-ой-ой-ой-ой. Фу. Я уже думал, я сейчас врежусь.
щит. Он нас, в принципе, спасет от одного удара только. Давай сюда побежим. Тогда побежали направо, сейчас побежали налево. Вау! Круто! Магнит. Все, все деньги ко мне. Оу, и мы врезались, ребят. Ну да и ладно, в принципе, на этом я ролик буду свой заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был я, Алексис. Всем удачи и пока.